Почти 3 часа длилась сверхпозитивная автограф-сессия полузащитника Днепра Джулиана. Несмотря на усталость и разочарование после матча против донецкого «Металлурга», бразилец, как и было условлено, пришел в магазин «12-й игрок» на встречу с поклонниками нашей команды. Очередь желающих взять автограф, сфотографироваться и просто пообщаться с футболистом начала выстраиваться с 9 утра, за 2 часа до анонсированного старта мероприятия. Собравшиеся встретили появление любимца овациями, а тот без промедления приступил к выполнению приятных обязанностей. Гости, заходя в магазин, быстро понимали, что никакого языкового барьера между ними и Джулиано не существует, что парень необычайно искренен и позитивен, а потому взаимные шутки то и дело вызывали дружный громкий смех у всех присутствующих. Приятно отметить, что автограф-сессия объединила сразу 3 поколения болельщиков Днепра. Одного из школьников привела бабушка, а несколько молодых родительских пар взяли с собой совсем маленьких будущих фанов нашей команды. Один из них, видимо, оказавшись в непривычной обстановке, немного расхныкался, но после первого же деликатного прикосновения Джулиано успокоился. Необычайный положительный заряд, исходивший от днепрянина, стал также и источником вдохновения. Юная художница Лиза Борсук написала 2 портрета бразильца еще до того, как узнала о проведении встречи, и, разумеется, не могла упустить шанс лично вручить картины герою. Очень необычный подарок ты преподнесла нашему футболисту Джулиано. Как пришла идея написать его портрет и насколько тяжело, может, это было сделать? Я рисовала этот портрет 2 дня. И я хотела сперва на матч принести его и подарить там. Но когда узнала, что будет автограф-сессия, я решила его потянула маму сюда и... Я надеюсь, что ему понравилось. То есть такое совпадение получилось, да? Да, что... удачное совпадение. Почему тогда ты решила именно Джулиано выбрать в качестве объекта для своей работы? Он мой любимый футболист. Мне очень нравится его игра. И вообще Джулиано такой позитивный, жизнерадостный. Мне нравится. Это первая твоя футбольная именно работа? И будут, да, будет первая. Ли продолжение? Первая. Я надеюсь, что будет, да. А еще журналистов очень интересовала метаморфоза, произошедшая с мускулами Джулиано за последнее время. Увеличение его мышечной массы не могло остаться незамеченным. Один из журналистов даже измерил бицепс бразильца. Вышло 32 сантиметра. С Джулиано этим воскресным днем успели пообщаться несколько сотен болельщиков, но автографов бразилец оставил в несколько раз больше, ведь едва ли не каждый пришедший просил сделать росчерк на память и для оставшихся дома друзей. Футболист, конечно же, не отказывал никому и старательно выводил латиницей имена тех, кому адресовался памятный подарок.